Програма весь футбол триває. І в другій частині ми поговоримо про футболістів, які кілька десятків років тому радували вболівальників своєю грою. Ну а нині гордо називаються ветеранами вітчизняного футболу. Як склалися їхні долі? Чим вони зараз займаються? Саме про це і піде мова. Ну і до нашої студії завітав дворазовий чемпіон радянського союзу, Володар Кубка Радянського Союзу у складі Київського Динамо, бронзовий призер чемпіонату Швеції, а нині. Віце-президент Федерації футболу міста Києва, президент Асоціації ветеранів футболу міста Києва, Віктор Іванович Хлус. Пане Вікторе, радий вас бачити. Добрий. день. Ну, і найперше запитання, яке, мабуть, цікавить вболівальників, шанувальників футболу України. От чим живе сьогодні зірка Київського динамо Віктор Хлус? Ну, зараз ми, ми живемо. жизнью ветеранской. Я, я возглавляю ветеранский рух в Киеве. Занимаемся тем, что мы практически, практически каждый год проводим мероприятия, связанные с ветеранами футбола. Могу рассказать перед Новым годом, в прошлом году мы проводили проводили праздник, связанный с тем, чтобы отметить всех ветеранов, которые проживают в Киеве. Мы собрались на олимпийском. Было 500-500 ветеранов. Мы практически поздравили всех тех тех ветеранов, которые которые есть в Киеве. Очень много. Ведь ветеранов каждый год мы теряем, э, так что нам приходится каждый год, каждый год э, вспоминать тех ветеранов, которые ушли от нас. В прошлом году э, э, ветеранов Динамо и ветеранов э, Киева э, стало меньше, на, на, приблизительно на 11-12 человек. А, а, а так мы, мы занимаемся тем, чтобы что э, знаем все проблемы ветеранские и стараемся с каждым ветераном иметь диалог и с каждым ветераном э, просто имеем телефонную связь для того, чтобы может быть в каких-то проблемах мы им можем чем-то помочь и мы стараемся это делать, помогаем и э, хотим чтобы чтобы наши ветераны хотя хотя бы хотя бы чуть-чуть почувствовали себя, ну, чуть-чуть не ветеранами, а нем немножко нормальными людьми. Ви знаєте, от чомусь так складається, от з молодим поколінням спілкуюся, вболівальників. От вони пам'ятають футболістів, ну скажімо, там, які кілька років тому завершили свою кар'єру, а практично не знають. От футболістів 80-х років, ті, які на початку часів незалежності грали за київське Динамо в українському чемпіонаті. От як змінити ситуацію? но изменить только только можно одним для, для того, чтобы их помнили, для того чтобы их знали надо обязательно обязательно каждому из них может не всем, потому что все они люди скромные напоминать о себе, ходить, ходить на, на, на все кое-какие какие и футбольные, и нефутбольные мероприятия для, для того, чтобы, чтобы популяризировать футболистов. Потому что э, я, 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 смотрю вот на, на всех наших ветеранов, они очень скромные люди, живут скромную жизнь, и вы, вы о них мало говорите. Мне, мне кажется, чтобы если вы их приглашали к себе, они с удовольствием, с удовольствием приходили к вам и рассказывали о своей непростой жизни. Пане Вікторе, от розкажіть про ассоциацию ветеранів футболу. Скажімо, як она фінансується? Чи за рахунок держави, чи за рахунок федерації? Ось, принаймні, за рахунок чого ви помогаете ветеранам? Де знаходите кошти? Ну, ми мы... Мы работаем без бюджетных денег. Мы уже 15 лет в Киеве находимся. У нас есть свой офис. Мы очень много ездим по Украине. Ветераны и футбольного клуба «Динамо Киев», и ветераны украинского футбола. Мы в прошлом году были в 26 городах. На нас э, еще много людей ходит. Например, в прошлом году мы были в Хусте, в Черновцах, э, Приблизительно было 5000 тысяч народа на каждой игре. Так что э, мы знаем, что нас любят. Мы знаем, что мы еще нужны людям, и люди хотят на нас прийти и посмотреть, какие бы мы не были. У нас очень много людей, которые действительно нуждается в помощи. Очень много людей уже больных, очень много, потому что футбольная жизнь и футбольная молодость, наверное, на здоровье не пошла. Пане Вікторе, ось такі показники, як ви говорите, по 5 тисяч та приходили б на прем'єр-лігу. Деякі команди про це можуть мріяти. За рік можуть таку аудиторію не зібрати. В чому секрет? От, це просто людей пам'ятають, на них хочуть прийти, подивитися. Ну от, чому все-таки ветерани збирають більше глядачів на трибунах, ніж команди Прем'єр-ліги? Деякі команди. Ну, я думаю, понимаете, люди соскучились за, 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 за теми игроками, когда-то когда, -то, когда -то, несколько лет назад, они их видели по телевизору, они, они на них смотрели, они у них были кумирами, а здесь люди приехали в их город. Так что, я, я думаю, связано только с тем, что люди соскучились за большим футболом, за большими людьми и за звездами футбола. Ну, і тепер хотілося б дізнатися, от хто зараз найбільше, ну, скажімо, найчастіше виходить на футбольне поле. От за яким принципом формується команда, ну і кого вболівальники зі стажем можуть побачити у вашій команді? Ну, знаєте, у нас в списку десь около 60 чоловік. по разным семейным, не семейным каким-то причинам, люди не всегда могут ездить с нами. Потому что очень сложно уехать от семьи, от детей там на 2-3 дня, для того, что у каждого, и может быть не у каждого, но у каждого есть свои какие-то проблемы. У каждого есть семьи. У, у семьи тоже есть проблемы тещи затя кто-то болеет кто-то там это и нам нам приходится э, приходится каждую игру брать практически практически людей э, со списка При, приблизительно э, ну вот в основном у нас э, люди которые с нами, с нами ездят, они готовы с нами ездят. Они, они мне говорят, Виктор Иванович, мы все сделаем, лишь бы поехать. Почему? Потому что люди хотят одеть еще футбольную форму, люди хотят еще показать себя, люди действительно, действительно тренируются и им хочется побыть в коллективе. Самое главное для футболистов это быть в коллективе, поиграть в карты, встретиться с пацанами, поговорить. Вот это самое главное, что я считаю в ветеранском футболе. Понимаете? И, и э, ну, вы, вы сказали по им, именам. Ну, да, да, давайте, давайте так не, несколько навскидку, так. Чтобы, чтобы это. Понимаете, это будет обидно. Если я сейчас скажу там 3-4 фамилии, а те скажут: Виктор, да я же тоже там езжу. Ну, у, у нас э, есть, есть люди, которым. Далеко уже, за 60-е 60. это у нас есть, есть такие люди, которые, это и, и Дамин, и Кузнецов, и, и Леоненко, и, и Соленко, и Яремчук, и молодое поколение. Алиев, э, э, Бессмертный э, Яшкин. Ну, давай, давайте не будем всех, давай Коновалов. Ну, очень, очень много людей, у нас список большой, около 50 ребят. И все ребята, которые в, в этом списке, они с удовольствием, если у них есть время, ездят с нами. Добре, пане Викторе, а кто вот є найпопулярнішим? Вот кого бачать в болевальнике и кажут, давай фотографоваться, автографы. Вот в кого найбільше часы забирают? Ну... Давайте по популярности, я думаю, что на первом месте, наверное, будет стоять Леоненко. Наверное, он стоит почему? Потому что он каждую неделю в эфире, на, в, в, в эфире, люди его знают, люди его помнят, трехразовый чемпион Украины, то есть, то есть у него и регалий много, и говорит, любит, и, и встречаться с, с людьми любит. И, так про что... может и прокатив, может, расскажи, какие больше а, разумеют на футболе, нежели а, футболисты. А, а, а знаете, я, я вам скажу такое, что с ним очень интересно. Он, он э, не замолкает ни на секунду. Он у него все время новые истории, он все он все время воспоминаниями живет. Э, ребята его с удовольствием слушают, то есть он очень интересный собеседник. Ну и еще э, э, на слуху у, у, у людей это Алиев. Алиев еще недавно играл только в футбол у людей, они на, на слуху. И когда э, и когда мы куда-то едем, у меня Организаторы спрашивают: Виктор Иванович: а кто будет? Вот я им я им говорю: будет Леоненко, будет Алиев, будет там еще не, несколько человек. Все, нам достаточно. То есть, э, эти люди на слуху, они интересны, и самое главное, что. Тот же Леоненко, тот же Алиев, тот же Ваня Римчук, тот же Соленко. Они с удовольствием идут и спелкуются с людьми. Это очень важно. Они не закрыты. Каждый человек, который приходит к нам на игру и каждый человек, который хочет получить автограф, я заставляю наших ребят остаться до последнего игрока. Все должны быть удовлетворены. Потому что это очень важно, потому что пройдет... Некоторе время, и і ваше уже вже нікому не нужны було. Ви знаєте, от не так давно, буквально кілька днів спілкувався з Леоненком, зателефонував до нього на три хвилини. В результаті поговорили близько двох годин. Ну, це таке, але от він казав: та я би частіше їздив за ветеранів грати. Ну, я казав Віктору Івановичу: влаштовуй в п'ятницю, в суботу, матчі, але ж не в неділю я не встигаю тоді на програму потрапити. Да, это, эта проблема у нас есть, потому что в воскресенье у, 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 него, у него там эфир, и он всегда мне просит или с самого утра делать игру там в воскресенье. Ну, обычно, знаете, как все хотят игры устраивать в воскресенье, потому что люди идут в церковь, после церкви они, они идут на футбол, и всегда воскресенье по практике людей всегда больше, потому что как-то люди в воскресенье к футболу. Суббота это как то семейное а в воскресенье люди приходят на футбол и с удовольствием, и с удовольствием смотрят на, на игру. Навіть тих ветеранов, які, мабуть, вже не сильно швидко бігають по полю. Пане Вікторе, от в асоціації багатьох людей, коли скажуть матчі ветеранів, вони скажуть, ну, мабуть, в нічию часто грають. От часто граєте в нічию. Ну, я, я вам я вам скажу чесно. чесно э, Ті люди, які в нашому віці стають перед собою результати результати. Мне кажется, это ошибочное мнение. Почему? Потому что мы мы свое уже отдали, мы свое уже отбегали. Мы, мы с удовольствием, кто при Лобановском, кто при при другом тренере ставили перед собой такие задачи. С нас с нас там вытрушивали все для для того, чтобы для достижения хорошего результата. Сейчас нам это не надо. Нам самое главное, самое главное сделать в этом городе шоу. Свято. Сделать свято, сделать для того, чтобы, да, э, люди с удовольствием приходят, чтобы посмотреть не один-один счет или ноль-ноль счет, а 4-4, 5-5, иногда, иногда, есть, есть, есть такие командочки, которые ну, действительно хотят с нами сыграть сыграть, но мы играем, но если ребята заводятся, то мы никогда не проигрываем. Ну що, ж, шановні радіослухачі, зараз ми зробимо невеличку паузу на рекламу та новини. Ну а потім знову повернемося до нашої програми і продовжимо розмову про ветеранський футбол. І знову до вашої уваги програма весь футбол, гостем якої є дворазовий чемпіон радянського союзу, володар Кубка Радянського Союзу у складі Київського Динамо, бронзовий призер чемпіонату Швеції, а нині віце-президент Федерації футболу міста Києва і президент асоціації ветеранів футболу міста Києва. Віктора Іванович Хлус. Пане Вікторе, ну але для багатьох, от для вболівальників особисто, для організаторів, ну, третій тайм означає не менше, ніж сам матч. У третій тайми завжди проводяться? Ну Третій тайм це э, обов'язково. Это, це це зняти это, на камеру, это, хоча б. Це і зняти на камері. І головне що. те люди, которые, которые принимают нас, они, они говорят, ребята, нам самое главное поспелкуваться с, с, вами. Для, для них это, это, это как бы такое, чтобы как, как вот посидеть со звездами футбола, поговорить, узнать их не семейные, узнать их, как они живут и так далее, и так далее. А потом, в конце концов, они говорят, елки палки ребята, да они же такие, как и мы. Ребята, так они же то же самое едят, что и мы. Они же не такие. Мы же там думали, что они они, они там, они там живут чуть, чуть, чуть ли не на Марсе, понимаете? Так что самое главное для для всех людей, и мы и мы стараемся третий тайм не пропускать, потому что третий тайм, наверное, один из особенностей из особенностей ветеранского футбола. Ну і я не повірив в те, якщо ви не скажете, що не виникає якихось або на футбольному полі, або за футбольним полем якихось таких е курйозів цікавих моментів, е просто не повірю. От якісь ви могли пригадати? мои ну, моменты моменты есть разные есть 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 э, э, ну вот курьезные моменты они всегда есть всегда есть у нас у нас были были такие моменты которые э, которые вот давайте такой курьезный случай был что Uh, мы, мы, мы перепутали город. Поехали в один город, в один город. Ну, что ж, заболтали, заболтались, приехали в другой. И игра там через час, а мы, а мы еще, еще в, друг, в, другом городе. А одно вот да, место да, в один, да, далеко? Да, Сколько да, километров? Да, да, нет, там километров, километр 40 там есть. ехать, и уже темнеет, а мы едем. А люди же ждут, представляете. Тут осталось до до темноты там полчаса времени люди все равно сидят нас ждут мы приехали отыграли игру и, и, и ну как как бы люди нас ждали ну приятно то что что э, люди ждут нас и хотят видеть нас вот это самое главное кто был штурманом тієї поездки ну ш, ш, штурманы у нас у нас разные мы 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 доверяем водителям. Сейчас, сейчас сейчас у нас есть и гаджеты и так далее, что он он там поставит себе и куда-то едет. Куда он едет? Мы не знаем, матьяк Ну действительно водитель перепутал там одну одну букву или две. и мы, и мы чуть, -чуть, чуть 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 не просто не попали на игру. Пане Викторе, за эти руки. Вот могли бы назвать какую-нибудь незапоминающую поездку. Вот я знаю, что вы одним из первых Ваша команда відвідала зону АТО, наприклад, були інші поїздки. От якусь могли б пригадати? Я, я вам скажу було, а, це, це поїздка в зону АТО. Ми поставили перед собою задачу, щоб не просто. А, а, Знать, что, что, что там происходит. А воочию это увидеть. Это самое главное, что для, на, для нас это было. И мы приехали в Славянск. В Славянск. За неделю, за неделю оттуда ушли, ушли Гиркин и компания. Вот мы, мы приехали туда. Приехали туда. И нам надо было, было еще добираться. Доб, добираться там 50 километров. И мы проехали все посты. Мы поспилкувались на всех постах с ребятами, которые там были, и играли игру. Ну, самое главное, самое главное, что мы прочувствовали, прочувствовали то, что испытывают эти, эти ребята. Ребята нашего возраста. Они, естественно, с самого начала к нам отнеслись как-то скептически, как-то... Как знаете, а ну выходите с автобуса, а ну там не ходить, туда не ходить, туда не ходить, вы, вы что, на обочине нельзя стоять, то, то нельзя. То есть нас поставили в какие-то рамки, какие-то рамки, одели на нас каски, одели бронежилеты, дали нам, дали нам в, руки оружие, оружие. И мы в автобусе, в автобусе в сопровождении двух милицейских машинах ехали вот эти, там, ну, километров 50 проехать, но ну, мы ехали часа два, два с половиной, и и самое главное что каждые там 15-20 минут мы слышали выстрел мы же понимаете как а люди которые приехали с Киева и слышат выстрелы выстрелы для нас знаете как ну ну очень было страшно а во время игры во, во время игры как когда мы играли игру э, что-то один выстрел прозвучал, потом второй, потом третий. Со стадиона одна машина выехала, вторая, третья, четвертая, и, а мы играем, а выстрелы идут, и мы, и мы не знаем, что, что, что делать. Потом раз через 15 минут эти машины обратно въехали, въехали, ничего страшного, это что-то что там, знаете, для, для, для того, чтобы знать, что там, надо быть там. И мы, и мы там были не один раз, а несколько раз. Как местное население вот встречает вас? Знаете, как... Э, вот... вот есть э... какой-то такой подел, там, а, вы из Киева, там... Э, я, я, думаю, что, я, я думаю, что на Востоке, что на Западе, у нас, э, нас встречает одинаково, одинаково хорошо. Да, э, там живут люди одни, там люди живут другие, но самое главное, что люди любят футбол, самое главное, что люди хотят хотят поспелковаться с нами, и самое главное, и самое главное, что мы как спортсмены спортсмены э, играем э, определенную объединяющую роль. Ми, ми не хочемо бути політиками, ми, ми хочемо бути, ми, ми хочемо бути, бути е, спортсменами, спортсменами. А спортсмени ви, ви знаєте і на Олімпіадах, і ще где-то. Когда какой якийсь спорт, все прекращается. Ну і тепер хотілося б уже поговорити і про сучасний футбол. Я знаю, що ви стежите за чемпіонатом України, вболіваєте за київське Динамо, за рідну вашу команду. От яка найголовніша проблема у нинішнього Динамо, От чого команді не вистачає? От зараз відставання від Шахтаря ну воно говорить про те, що за чемпіонство Динамо не побореться в нинішньому сезоні? Ви, ви тронули, за, 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 тронули вопрос, який дійсно я не хотів на нього відповідати, тому що живя в футболі, і говорить о Динамо, о «Динамо» о «Теперішнім, теперішнім, ну. Я, я вам скажу одно. Ну, разное «Динамо» было. «Динамо» то «Динамо», которое было в 80-х, 90-х годах, и теперешняя «Динамо». Тут сравнивать даже, даже нельзя. Я, я, я думаю, не знаю, не знаю как, как думают руководители клубов, потому что я, я знаю, что они, они сейчас ставят ставку на украинских футболистов, они хотят и сделать украинскую команду Правильно это или неправильно покажет время. Я мое мнение мое мнение что что это это неправильно неправильно по одной по одной причине потому что потому что в футболе или в командах в командах такого топ уровня как Динамо Киев должны играть звезды. Звезды не тех, которых надо учить, а звезды, которые уже состоявшиеся. Это вот это самое главное. А когда э, люди, которые работали э, несколько лет, ставили задачу, там покупали э, э, иностранцев, игроков иностранных покупали, покупали, потом вдруг проснулись и говорят нет мы больше покупать не будем а будем ставить на на украинских футболистов я я я думаю что э, это неправильно и те люди которые завели команду в такой тупик они должны просто честно сказать и руководителям клуба и и всему футболу ребята ну мы не справились с футболом. мы не справились своей задачей мы уходим оставляем место для других пожалуйста ребята приходите другие ставьте Задачі перед ними, і щоб люди эти задачі виконували. Ну і ви знаєте, от були різні покоління, різні місця займали київське динамо в чемпіонаті радянського союзу. Але я пам'ятаю, після програного матчу, кожного програного матчу, футболісти якось замикалися в собі, якось намагалися е, знайти причини, чому ж ми програли. А от нинішнє е, покоління футболістів, ну, програли там Шахтарю, навіть розгромно програли. Після цього поїхали в нічний клуб, погуляли до ранку. І ось якось наплювати на те, що ж ми наробили на футбольному полі, як дивиться в обличчя вболівальникам, у цього абсолютно немає. Ну, знаете, я, я не, не знаю, как, как они, как они сейчас переживают или не переживают. Я, я скажу о нас, о нас. Когда я играл, это был 80-й, 81-й, 82-й год, мы полтора сезона не проигрывали. То есть у нас, у нас такого не было, что, что мы, мы, мы Э, как-то <laughs> мы, мы даже ждали этого <laughs> мо мо <laughs> <laughs> момента, ну полтора уже 45-я игра, там 46-я игра, а играем там со Спартаком с Зенитом, мы же мы не играем с Винницей, мы же мы не играем там Ахтырка там, Александрия мы играем с, топу, с топом команды уже полтора сезона не, 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 не проигрываем да, я, я, вам, я вам скажу в этой ситуации даже мы не проигрывали, ну Лобановский даже мы выиграем там 3-0 4-0, 5-0, все равно Лобановский был недоволен игрой, он все, он все время нас, нас, э, э, нас говорит, ребята, вы там не выполнили то, вы не выполнили то, вы не то, что что вы что вы там радуетесь, выиграли 2-0, а вы должны выиграть там 10-0, а что вы радуетесь там 4-0, вы должны 8-0 выиграть, то есть у нас у нас такая теперешнее поколение, действительно, ну, вот я, я смотрю, там, они, они могут проиграть, там, за, за две недели, две игры, там, или одну, там, это там самое... Там было такие, что и пять, шесть для, для меня, конечно, может, не привыкли к этому, уже, уже проигрывают, ну, проигрывают уже как-то, ну, в наше время, в наше время это, это было непропустимо, понимаете, если мы, если мы проигрывали, мы где-то неделю не появлялись нигде, мы там прятались, кто, кто где, по дачам, кто-то шапку одевал, чтобы их не узнавали в Киеве. Люди, люди были настолько, настолько разочарованы в том, что что мы проиграли, что они готовы нас где-то на остановках побить. <laughs> Пане Виктора, а вот який найбільший проміжок часу вам доводилось сидеть безвылазно на базе? Э, ну, ну футболистам, не только вам, а вот. Ну на на базе э, самое самое тяжелое для футболистов это это сборы. Сборы это пред, ну это как бы подготовка к чемпионату. Это сборы. И мы э, иногда, иногда у нас были там 24 дня сборы. Иногда было 16 дней сборов. Потом э, сборы. Потом 2-3 дня отдохнули, еще одни сборы. И мы так месяца, наверное, 2-3 были, были безвылазно, сидели или в Турции, или в Германии. Так что у нас были так, такие комбиниры. А, а уже на базе, на базе, вот мы. Вот печат чемпионату. Ну, перед чемпионату у нас были несколько игр. Если у нас игры идут через 2 на третий день, мы все время были на базе. Если а... вот так две игры подряд, мы, мы все а время вот я были. А все еще на... прогровали. Я, я вам скажу, провал. Про, ну, мы, мы про, проиграли там за за, за мою карьеру, но ну, проиграли, ну, ну наверное, за за те года, которые я провел Динамо Ким, ну ну, ну ну несколько раз, понимаете? Так так что у нас у нас были такие игры, которые Валерий Васильевич говорит: так проиграйте на на базу всем. И для нас это был стимул не проиграть, потому что всем хотелось и пойти домой к семье, к детям и провести время вместе с ними. Yeah. <laughs> Шановні радіослухачі, до нашої розмови знову ж таки повернемося за кілька хвилин. Зараз на часі реклама та новини. І знову програма весь футбол. Гостем якої є дворазовий чемпіон радянського союзу. Володар Кубка Радянського Союзу у складі Київського Динамо, бронзовий призер чемпіонату Швеції, а нині віце-президент Федерації футболу міста Києва, президент Асоціації ветеранів футболу міста Києва, Віктор Іванович Клус. Пане Вікторе, от ви пригадали е, Валерія Васильовича Лобановського. Нещодавно був його. Знову-таки річниця е, народження. Е, скажіть, от в уяві багатьох, от як про нього писали Залізний полковник, людина, яка мало посміхалася і тому подібне, а яким вам запам'ятався Лобановський? І чи були моменти, коли от дійсно він жартував, коли був такий компанійської людини? Знаєте, це був чоловік авторитет мы его с одной стороны побаивались, а с другой стороны он мог нас расслабить, потому что у него всегда всегда находились э, находились э, 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 моменты такие что он может и подсягнуть команду и такие моменты которые может он просто рассказать какую-то шутку раз, рассказать еще какую-то историю для, для того для того чтобы разбавить как бы как бы это поэтому э, мне он запомнился всесторонним понимаете? настолько э, настолько мы его уважали уважали настолько у него был сильный авторитет что когда он шел или мимо нас, или, или шел в столовую куда-то, или в что, <связать> мы замирали. То есть пока мисс он не пройдет, мы не могли сказать даже слово. Мы вымолвить даже не могли. У нас такая пауза. Он так тык-тык-тык-тык. Кожен тык, 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 -крок, -крок. крок. И мы, <связать> мы так если даже, даже сидим и играем карты. У нас, у, у нас <связать> карты в руках даже не, <связать> даже не шевелятся, понимаете? Очень-очень... Для, для, меня, для меня он был как... Отцом, и самое главное, и самое главное, наверное, это не хватает нашему поколению тренеров, этот, этот человек никогда не, бросил, не бросался пустыми словами. Если человек сказал, а, он и скажет я, настолько э, э, у него наверное за всю историю футбола за всю историю э, тех лет, которые он был в команде на Киев, наверное не найдется ни одного человека, который скажет елки-палки, мне вот обещали э, то и не сделали, мне обещали то и не сделали. Э, Валерий Васильевич, если он сказал, вот я я помню, э, как было при нас при нас в конце сезона, он каждый э, каждый приходил к нему и каждый человек высказывал то, что у него наболело. наболело. И он одному говорил, нет. Второму говорит да. Если он сказал нет, человек понимал, что это нет. Понимаете, если он сказал да, даже, даже э, при той ситуации, может быть, человек получает травму. Может, человек не, не в составе играет, может, человек по каким-то причинам, по каким-то причинам сдал, или, или по каким-то причинам он всегда выполнял то, что он обещал футболисту. Вот это для футболиста самое главное. Тогда у нас не было контрактов, тогда у нас не было, ну ничего, мы, если бы Лобновский сказал нет, значит у нас это было бы нет, понимаете, если он сказал да и не сделал бы, у нас даже обжаловать нигде было. Сейчас у нас есть КДК, сейчас у нас есть там э, апелляция, где-то можно что-то зацепиться за какой-то контракт, невы невыполнение там, контракта это, то в наше время было совершенно по-другому. А чи є якась фраза Валерия Васильевича, яку яка от вам запомнилась на все життя? Ну фраз фраз фраза таких было, было было много, но э, я, я вам скажу какая фраза тут, э, 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 я я помню Валерия Васильевича только только знаете как вот э, когда он на скамейке запасных э, э, кричал э, когда ты играешь опорного полузащитника, опорного полузащитника ты должен э, должен во время атаки успевать вперед когда ты э, играешь сзади а этот опорник ты должен э, бежать назад в этой роли чаще всегда был я. Потому что он говорит, ты должен успевать вперед и успевать назад. Я, я вот это бегаю по полю и, и, слышу, и слышу его фразу. Хнус назад! Хнус вперед! Хнус назад! Знаете, так это настолько, настолько был, был стимул бегать, что я помню, после одной из игр мы играли в полуфинале полуфинале лиги чемпионов тогда тогда была да да тогда вот тогда была э, с Астон Вилла, и мы играли там и я так набегался там что э, что меня взяли на ну, люди, которые, которые отвечали за допинг, они, они говорят, да, так человек не может бегать. И меня взяли, чтобы Проверить. допинг, да, 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 да. Ну, проверили, все, все было чисто, все, все было чисто, но приходилось, конечно, бегать за двоих. Так что это благодаря тому, что... Лобановский, Лобановский очень четко понимал роль каждого игрока. Может, я высокого роста, может, я там бегал больше всех или меньше всех или как-то всех, но я был частицей того механизма которым, которым э, был тогда в Динамо Киеве». Потому что каждый игрок у нас был разный. У нас был сзади были авторитетные люди, впереди были авторитетные люди, в середине поля были, были люди, которые... Но в целом это была команда. Это вы знаете, вот я запамят... запитал, это запитание поставил Ивану Яремчуку, а он каже, э, ты знаешь, была такая ситуация, я проспал установку на игру на чемпионате света 86-го года в Мексике, и тут я уже приезжаю, І заходжу так тихенько в двері, а Лобановський вже все розповів. І про мене, в тому числі, де я маю грати, і каже: ну, нарешті, і Іван тут уже з'явився. Ну Тобто така реакція його просто тоді здивувала, він запам'ятав це на все життя. Да. Ну і пане Вікторе, про особисте життя також доведеться поговорити. Всі знають, що ви одружені на олімпійській чемпіонці, на чарівній стелі Захаровій. Але не всі знають, як же відбулося ваше знайомство. І ось чи можна назвати Вадима Євтушенка, як то кажуть, хрещеним батьком вашого весілля? Ну, познайомились ми в дуже удивительній ситуації. Тоді, в тому, спортсмени і видаючіся спортсмени у нас. Было такое, когда мы, в свободные от работы вечера, свободные от, от футбола, мы ездили по заводам, по фабрикам, по институтам. И это была своего рода пропаганда спорта. И э, в одной из таких поездок, поездок мы, э, мы приехали до авиационного института. И вместе с нами, с футболистами «Динамо Киев», Приехали и легкоатлетки, и, и гимнастки, и в, там же приехала Стелла. И мы э, не чудом, или чудом, или, или, или как-то мы с ней оказались рядом. То есть она сидела рядом со мной, хотя у нас было там и, и Шура Бойко был со мной, и Вадим Евтушенко был, и, и Бессонов был, Володя. Ну, мы как-то сели рядом с ней. Ну, а после, естественно, после, после, после этого мероприятия, как, как джентльмены, мы, мы при, пригласили всех девушек на шампанское, потому что футболисты были так тогда раскованы. У нас были деньги, у нас были дубленки, у нас мы, мы были, у нас, у нас машина была своя, мы посадили всех в машину, Рафик такой большой был, посадили в машину, в машине уже начали открывать шампанское, и, и мы напросились к Стелле в гости. Вот с этого и началась наша, наша как бы и совместная жизнь, и От, а от, от, Вадим от... Євтушенко розповідав, що з шампанським саме він тоді так організував цю зустріч? Ні, ну по понятно, що я я в то время був скромним. В то время скромність не да украшала. От, я я був скромний і я був ніженатий. И Вадим Евтушенко, и Шура Бойко, и Володя, они были уже женаты, а я что, один, один был. Так что, э, как бы э, я, честно говоря, благодаря Богу, слава Богу, что это случилось, мы уже 37 лет вместе. Мы, э, у нас двое прекрасных детей, у нас. Э, Дочка учиться в четвертий курс інституту міжнародних відносин. У нас син, який працює в одній із крупнейших фірм Києва. Так що нормально, все, все по прежнему нормально. Пане Вікторе, а мабуть, слухачам буде цікаво дізнатися, як так відбулося, коли квартиру Віктора Хлуса залило водою, він подав заяву в ЗАГС. правда я мало это знаю. Да, 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 Миша, это, это, это было, было интересно тогда, тогда, тогда мы не могли, у нас было несколько их подряд, и мы все время жили на базе, и мы искали какой-то момент со стелла чтобы я мог убежать с базы, хотя бы подать заявление, хотя, наверное, не так я, как она настаивала на том, чтобы мы, чтобы мы вот, ну, буквально на днях подали в ЗАГС и так далее, и так далее. И э, что делать? Надо что, что то было выдумывать. И мы придумали такую историю, что у меня в доме залила водой. И я я иду до до Валерия Васильевича Лапуновского. Говорит, Валерий Васильевич, вот э, завтра игра, но у меня вот залила соседа. Сосед звонит, надо поехать. И он мне, мне дает машину, э, свою, свою служебную езжай, и мы, мы на этой машине. Ну, а я же поехал в трусах и в майке, потому что я, я же не мог там одеться красиво, понимаете? И я э, как бы в таком полуголом состоянии приезжаем, мы в ЗАГС подали заявление, так, так что и вернулись быстренько обратно. Так что вот, вот так вот у нас было, было первое, первое официальное подписание каких-то договоров. Ну а про Василия, слов еще на прокинце программы. Ну что, э, с у нас в то время были после окончания сезона. У нас, если сезон заканчивается там 3 числа, 3 числа, и свадьбы были подряд. 4, 5, 6, 7. То есть нельзя было в середине сезона делать свадьбы. И, а тогда было немного таких сильных заведений, где можно было свадьбу сделать. И мы всегда делали в гостинице «Лыбедь» свадьба. Такая гостиница была «Лыбедь». И 3 числа была свадьба у Журавлева Сергея, а 4 э, была свадьба у меня. И то есть гости практически те За одного Василия залышилось. Мы, мы с Серегой там это самое, гостиницу проплатили там для, для всех, чтобы люди домой не ехали, чтобы это самое. И люди... Был, был такой момент, я, я, я даже, даже так помню его, его хорошо, что один из, из игроков, не будем говорить, кто, один из из известнейших игроков э, как-то сидит, и ему говорят тост, скажите, и он встает, а свадьба уже моя, и он встает. Дорогие Сережа, там. То есть, люди даже не понимали такой свадьбы, до такого состояния. Потому что мы ждали этих дней, потому что люди эти отпуска ждали, они хотели провести... Ну, знаете как, честно говоря, отпуска это полная программа. Полная программа, полная программа, это касается всего. Я уже не буду говорить того-того полного. То есть люди за, за месяц, за месяц, э, некоторые, ведь почевали ну, за рик и приходили там, ну, на 5 килограмм больше, кто-то на 6, были рекорды и 10. Ну, это, это такое дело, что каждый килограмм он штрафовался, если человек там нажрал больше, то, естественно, и заплатил больше. Ну що ж, на цій мажорній ноті ми і завершуємо нашу програму. Пане Вікторе, я зичу вам всіляких гараздів. Частіше бувайте в нашій студії, і ми ще багато історій пригадаємо. Ну а слухач, слухачам я нагадаю, що гостем програми весь футбол був дворазовий чемпіон Радянського Союзу, Володар Кубка Радянського Союзу у складі Київського Динамо, бронзовий призер чемпіонату Швеції. Нині віце-президент Федерації футболу міста Києва, президент Асоціації ветеранів футболу міста Києва. Виктор Иванович Хлус. Тож на все доброе и залишайтеся на нашей хвиле.